Так, давайте разберемся с тем, как нам создать округлые проемы. У нас есть такая заготовочка, то есть это обычный бокс длиной 5 метров, шириной 20 сантиметров и высоту он у нас 3 метра. Применяем к нему Edit поле, либо конвертируем его в поле. Затем выделяем все ребра. Вот таким образом делаем connect. И давайте ставим проем вот таким образом. То есть у нас достаточно высокий проем будет. Выделяем полигончики с двух сторон. Нажимаем bridge. Удаляем нижнюю часть. То есть вот у нас проем готов. Теперь к вот этим ребрам применяем connect, и здесь нужно обратить внимание, что чем больше ребер будет, тем точнее будет выполнено скругление. То есть данное скругление будет у нас делаться не при помощи булеана. Мы будем использовать модификатор свободной трансформации. Он у нас называется FFD. Типов таких модификаторов несколько. То есть есть с сеткой 2,2,2, 3,3,3 и 4,4,4. Мы будем использовать как раз последний вариант. Теперь заходим в точки. И здесь важно понимать, что модификаторы могут применяться не только к цельному объекту, то есть в нашем случае это стена, но и к отдельным элементам, нашим точкам. Поэтому мы выделяем точки, можно даже выделить все точки. Применяем к ним модификатор FFD. Видим, что у него тоже появляется пиктограмма, что он работает в подуровне точек. Затем заходим в Control Points, то есть вот эти вот оранжевые точки, это и есть Control Points. Выделяем их и просто поднимаем вверх. У нас создается вот такая округлая поверхность. То есть мы задали вот это скругление. При необходимости, то есть если вам нужно, чтобы здесь была выемка, то, соответственно, применяйте до крайних точек, именно начиная с вот этих, заканчивая этими. И, в принципе, все. То есть мы создали проем. Теперь для того, чтобы дальше продолжать работать с самим объектом, мы просто нажимаем правой кнопкой мыши «Сконвертировать в Editable поле». И все. Вот таким образом создается такой скругленный проем.